Связист ТВ. Узнай новости первым. Работаем по полисам ОМС. Весь декабрь акция, скидка 50% на всю профгигиену. Улыбайтесь чаще. Стоматологическая клиника Меденен, Сутырина 3. Андрей Богданов приступил к своей работе в КСТОВе. 1 декабря он назначен генеральным директором ООО «Лукойл Нижегород-Нефтерксинтез». Предприятие ему хорошо известно. На кстовскую площадку «Лукойл» он пришел в 1998 году. Занимал различные должности, а в 2008 был назначен заместителем директора предприятия по производству. Спустя 3 года Богданов занял пост генерального директора «Петротел Лукойл» в Румынии. На своем посту Андрей Богданов сменил Алексея Коваленко, который возглавил нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Румынии. Решение является частью программы ротации руководящего состава организации группы «Лукойл», сообщили в пресс-службе компании.